Юра на руле, я на педалях. Вдвоем тесновато в этом тракторе. Сегодняшнее видео посвящено спасению колеса и оффроуду на Т-40. Я повернуться назад не могу, а Юра может. Но Юра не достает до педалей, а я достаю. Задом поедем? Вперед поедем. Реверс. Поехали. На самом деле Т-40 достаточно интересный аппарат. Всегда на нем прикольно ехать. Но шумный. Тебе нравится? Мне тоже нравится. Интересно, Дик пойдет со мной дальше? Пошли со мной, Дик, со мной. Пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошел вперед. Пошел. Пошел. Пошел вперед. Давай. Давай. Че стоишь? Ну-ка давай. Пошли. Иду, иду, не смотри. Я тоже так умею. Ой, Дик, чудо! Два раза в грязь. Дик, ну зачем ты в грязь, а? Иди еще не прыгай. Все, мы переехали речку. Сейчас уже поедем ближе к колесу. Конь, а, конь? Т-40 по следам Зиломана. Thank you.
Все. Пошел. Я думал, все. Я думал, все, когда он туда съехал, еще чуть-чуть, и это был бы финиш. Это 100%. Все, цепляем колесо. Будем возвращаться на базу. Чуть ниже навесочку, оно будет тянуться. Проезжай, проезжай, Юр. Да, может чуть-чуть ниже даже, чуть-чуть. Хорош. Не, это много. Ну что ж, друзья, вот такой небольшой вам отрывочек из того, как едет Т-40. Классная тачка. Не забываем подписываться. Всем огромное спасибо и всем пока.